Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас неплохой сюрприз-микс. Юникорн, подружки, морожки, единорожки. Лол, бэйби бандл, сюрприз. Киндер, встречай весну. Соник, щенячий патруль и многое другое. Будет точно интересно. А чтобы ничего не пропустить на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. И давайте начнем с киндера. Встречай весну, надеюсь, что это новинка. Обложки старенькие у них. 16.01. Что же здесь за коллекшн? Новенькая или нет? Пасхальная с яичками. Ой, какая-то нам птичка интересная попалась. Вроде бы новая. Сейчас соберем. И вот кто у нас получился. Птичка немножко сердитая, сидит на деревянном колечке. Держит она лукошко с пасхальными яйцами, а наверху какое-то облачко в виде зонтика, наверное. И нужно ему так вот мотлять. И все, собственно. Весь функционал. Такая вот птичка. Ну, в принципе, неплохая игрушка. Это точно новая. Такую я не помню, что было в коллекции. Значит, наверное, коллекция все-таки новенькая. И вот этот киндер на Тунс. С такой обложкой мы ни разу не открывали. По датам тоже 16.01, как и весеннее яйцо. Может быть, все-таки наконец-таки они новую коллекцию выпустят. Потому что здесь в случае этой серии у них обложки новые, а игрушки старые. Так. Лягушка! Друзья, я лягушку не помню. Новая, что ли, коллекция? Получается, да? Да еще игрушка такая прикольная попалась. Вот она из двух частей. Вот такая вот лягушка. Ох, что-то на нас пазы не встал. Во. Ква-ква. Глазки принт, не наклейка. Здесь тоже. Ну, здорово. Значит, новая коллекция. Следующий откроем пакетик с сюрпризом Sonic 2. Карточки с персонажами. 3 штучки. С обратной они одинаковые. Тут 2 одинаковые тоже попались. Так. Ой, кто-то нам новенький попался. Похож на Соника, но это не Соник. Я не специалист, как вы знаете. Тут у нас есть он? Нет, такого нету. Пузико у нас пошкрябанное, ладошки тоже. Ну, китайская игрушка, но, в принципе, вроде бы как похож на себя. Наверное, он положительный персонаж, судя по тому, что он улыбается. Леопольд. Ну, вы напишите обязательно, кто это. Как звать-то его? Стоишь? Нет, не хочет он стоять. Ой! Во! Вот это вот. Здорово, что у него голова подвижная. Стоять. Угу. Даже не хочу я стоять. Следующий откроем пакетик Дино с присосками. Прилипозавры. Прилипают лапками и щелкают. Сейчас проверим, как вы там щелкаете. Ой,
Ну, простенькая игрушка за 20 рублей. С обычной присоской. На птенца похож. Ну, как обычная присоска, да, прилипает и щелкает. В общем, ничего особенного. Пав Патрол! Сюрприз. Пакетики, щенячий патруль. Тут то же самое, три карточки. Вот такие с персонажами. Щенячий патруль. И нет, повторка нам попалась. Кто это, дочь? Зумма. Да. Водоплавающий Зумма. Так, что-то там. А, вот, да, нужно. В общем, у него баллоны разъезжаются, если ему вот сюда нажать. Ну, что-то они больше не хотят. А, во, сюда надо нажимать. Вот так. А в прошлый раз, по-моему, сзади мы где-то нажимали, да? Да. Вот так. В маске. Ну, тоже неплохой. Все-таки похож на себя. И довольно-таки крупная фигурка. Следующий откроем пластиковое яйцо, игрушку металлическую, здесь машинка должна нам попасться. Play the game. Да, 5 раз металлическая она. Ну, хотя, в принципе, тонкий-тонкий металл все-таки. Такая все тонированная. Что это за тачка такая интересная? Ничего опознавательного нету. Кроме того, что она пестрая вся. Ну, колесики крутятся. Ну, так, в принципе... Ой! А, вот она еще умеет вот так вот. О, какая шустрая. Ну... В общем, у нее еще инерционный механизм есть. Ну, ничего так. Следующий откроем Magic Egg серии Умка. Это у нас конфитроид. И здесь пулеры, но они не простые, а светятся в темноте. Три конфетки. И нам розовая чаечка попалась. Вот такая вот. Пластиковое яйцо LOL Surprise Kids Box. Открывайся. И повторка. Да. И снова нам попалась повторочка. Вот коллекция. Нет, Даш. А, нет, была. Кавайи Куин, да? Была у нас такая. С японского кавайи милашка. Такая вот одна. Блестящая спереди и сзади. 2D игрушка, но такая вот она объемненькая. На подставочке. Следующий откроем новиночку от LOL Surprise Baby Bundle Surprise. Здесь могут попасться 2, даже 3 малыша или малыш с питомцем. В общем, интересная коллекция. Но вообще, как бы, тут можно подобрать
кого ты хочешь. Если в магазине вы найдете, то по соске можно определить и по цвету шарика, кто тебе попадется. Мы, в принципе, знаем, кто нам попадется, да, Даш? Да. Сейчас мы это, конечно, проверим. Но мы не выбирали. Могу сказать сразу, мы заказывали шарик. Поэтому, что нам прислали, то прислали. Ну, мы, в принципе, довольны тем, что нам должно попасться. Так, тут еще. Вот тут такой пупс спит. А, он как в люлечке. Вот так открывается шарик. Это что у нас? Это можно? Ой, нет. Или можно? Или нельзя все-таки? Ой. Так, что у нас тут? Везде все, что можно, залепили. Ага, ну да, инструкция, что нужно глазки будет малышу протереть и водичкой на него нужно полить. Поливаем. Размокает. Все выливается, но ничего страшного. Да, ну, в общем, система такая же, как вот у этих пакетиков, которые я не очень люблю. Теперь нужно куколку брать, идти и мыть. Смыла я с нее эту жижу. Теперь нам нужно пупсика достать. Хотя давайте вот эту верхнюю часть сначала снимем. А, вот кто нам. Нам малышка с питомцем попалась. И теперь нам нужно с нее еще стереть глазки салфеткой. Вот такая вот малышка зеленоглазая. Соска у нее вынимается? Ну, видимо, нет. Она будет сосочкой. Хотя, наверное, при желании можно выковырнуть, но мы этого не будем делать. И вот ее питомец. У них одинаковые причесоны. Вкладыш-то будет-то хоть? Вроде есть какой-то вкладыш. Пакетик. Все запаковано, чтобы не намокло. Вкладыш, питомец. Такой хороший. Хорошая, точнее. Головка поворачивается. И у пупсика, и у щеночка. Так, не падать. Вот такая вот нам парочка попалась. Ну, хорошенькие они, согласитесь. Мы довольны, что нам они попались. Конечно, хотелось бы ультраредкую, но я вам говорю, что можно найти ультраредкую. Прям легко. Потому что и соску видно, и цвет шарика видно. Вот они. Видите? У каждой парочки или троицы свой цвет соски. А нет, они, глянь, вот эти вот, которых я хотела, они необычные. Вот ультраредкая компошка. И еще с обратной стороны. Да ладно! Нам попались редкие. Тогда здорово! Нам редкие попались, оказывается. Класс! Такие еще тут
Вот еще редкие. Как звать, не посмотрели. Мисс Парти Бэйби Сис и Парти Пупи. Следующую давайте откроем. Так, сейчас у нас единорожки попадают. Коробочку Сантара Лондон Годжус. Хэппи Бокс. Вот коллекция. 6 куколок. Коллекции. Помимо куколки здесь еще есть вкусняшки, леденцы вот такие вот. И нам попалась вот такая вот девочка с лисенком. Чулочках полосатых, в желтом платьице, бантик у нее в волосиках. Подставка в виде сердечка. Найдите отличие. Не хватает бантика и сердечек. Да? На платьице. Да. И последнее откроем. Мороженка! Здесь попадаются подружки, морожки, единорожки. Мы как-то с вами открывали, где попадаются котятки. А здесь вот их подружки. 8 сюрпризов обещают вместе с куколкой. Ну, посмотрим, что там за куколки. Какой-то рог интересный, может, за него надо подтянуть как-то. Там что-то внутри лежит. О-о-о, тут конфетюшки. А как сделать, чтобы они сработали, эти конфетюшки? Никак? Так, тут сюрпризы. Одежда. Да, одежда это. И в рожке в самом, только сам рожок не открывается. Ну, будем так проникать. Ой, нам какая-то там сиреневый прической попал. У-у-у. Все, больше ничего нету. Такие вот, ну, крылья пестрые, блестящие. Крылышки вставляем, голова поворачивается, ручки подвижные, ножки подвижные. Ну, вот такая вот на муравья похожа. Рог розовый. Почему у них нет носа и рта? Ну, крылышки, конечно, зачетные. Достаем аксессуары. Здесь у нас бутылочка. Вот такая вот интересная бутылка-банка. Очки. И ботиночки розовые. Здесь у нас топ розовый, перламутровый. С такими бирюзовыми бантиками. И юбчонка такая же. Розовая тоже с бирюзовой окантовкой. Так, а вот это что такое? Может, как раз тут есть глаза? Фу, глаза. Нос с ртом. Такое. Ну, это... А, это на бутылочку наклейка. Можно сделать напиток у нее молоко с клубникой. Можно шоколадное молочко прилепить наклеечку.
А это? Это... Ага, вот что это. Это у нас, чтобы сделать зеркальные очки. Сделаем. Такие вот очки получились. Можно их вообще хоть одеть-то? Ну да, при желании. Вот такая вот у нас модная подружка. Единорожка, морожка. Вот такая вот девчуля получилась. Мне больше нравится. Может, на лоб можно как-то ходить? Во. Вот так лучше. Ну, прям носика и рта мне не хватает очень. Можно, конечно, не стирающимся фломастером ей нарисовать. И у нее такие ручки, что можно что-нибудь ей вложить. Наверное, бутылку при желании можно ей. Во! Выглядит она как сумочка. Можно как бутылку, можно как сумку использовать. Ну, такая забавная единорожка. Вот такие прикольные игрушки нам сегодня попались. Мне больше всего понравились малыши Лол, подружка-единорожка и лягушка Эплыду. А тебе кто? Напиши в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!